Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире информационная война. Сегодня 1 октября, среда. После непродолжительного двухнедельного перерыва мы снова возобновляем вещание нашей программы. Мы не собирались ее убирать из эфира, но тем не менее за это время мы получили огромное количество обращений телезрителей, которые просят вернуть эту толкующую передачу. Мы по-прежнему будем выходить каждый день в 17.30, мы по-прежнему будем толковать новостные ленты мы будем толковать события, которые происходят в Украине, в России, в Крыму и во всем мире, и мы будем пытаться влиять на эту ситуацию путем бессознательного коллективного, путем сознательного коллективного, путем того, что мы будем делать рассылки всем нашим собеседникам, нашим телезрителям, которые входят в нашу общую русскую информационную сеть. Хочу напомнить, что на базе нашей телепрограммы сформировалась некая общность людей, которые заинтересованы в возрождении русского мира, заинтересованы в победе над американскими и германскими реваншистами, развязавшими войну на Украине, и заинтересованы в том, чтобы построить эту самую святую Русь как символ справедливого государства. Новороссия, о которой мы в основном и толкуем, она является как бы передним краем этой борьбы, и, собственно говоря, большинство новостей, которые мы толкуем, связаны с этим. Сейчас я подготовил ролик с выступлением Сергея Глазева, который комментирует общий срез событий на сегодняшний день. Этот ролик почему-то не запустился. Я сейчас в двух словах опишу ситуацию в мире, которая на сегодняшний день сложилась, но в целом тема сегодняшней программы будет, как обычно у нас и бывает, об образовании. Но на сегодняшний день мы с вами знаем, что действует некое перемирие, договоренность о которой достигнута на встрече контактной группы в Минске. Это перемирие не соблюдается со стороны украинских войск. И сегодня, 1 октября, хочу напомнить, что 1 октября в Донецке... И вообще на территории Донецкой народной и Луганской народных республик сегодня, собственно говоря, день знаний. Сегодня дети с опозданием в месяц пошли в школу. И вот именно сегодня с территории Донецкого аэропорта начался обстрел жилых кварталов и прежде всего мест, где расположены школы. Ополченцы эвакуируют детей. В общем-то война во всей своей красе продолжается, несмотря на то, что достигнуты соглашения о перемирии, об обмене пленными и другие действия, связанные с этим перемирием. Хочу сказать о том, что в Китае, в Гонконге началось волнение, которое очень похоже на киевский Майдан и которое очень похоже на тот же сценарий цветной революции. По мнению многих аналитиков, Соединенные Штаты наказывают Китай за поддержку позиции Российской Федерации, за то, что был заключен газовый контракт за все шаги Китайской Народной Республики, связанные с созданием БРИКС, связанные с деятельностью ШОС и, друг, и другими событиями. И таким вот образом Китай сейчас тоже становится перед выбором, какую стратегию применить в противодействии американским технологиям и как себя вести дальше. Помня о том, что произошло в 1989 году в Пекине на площади Тяньаньмэнь, мы знаем, что Китай обычно не церемонится с такими проявлениями, с такими э, актами гражданского неповиновения. В 1989 году на площади вообще произошла общевойсковая операция, когда было сожжено несколько десятков танков. Но тем не менее Китай сохранил свой курс, сохранил преемственность руководства, и мы все с вами можем видеть, где сейчас находится Китай и где сейчас находится Советский Союз. Но это к слову. Очень многие люди, с которыми я встречался во время перерыва выхода нашей программы, они э, многие приехали из Донецкой Народной Республики, они там были в качестве добровольцев, многие э, оказывали гуманитарную помощь, многие перечисляли деньги, и у многих людей есть некое разочарование, связанное с тем, что история затянулась. Практически все э, люди в один голос говорили, что еще в мае они думали, они надеялись, что Донец будет освобожден в годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, а к 7 ноября уже, собственно говоря, люди планировали и парад победы в Киеве. Но сложилось все не так. У очень многих людей возникает единственный вопрос, почему история на Донбассе развивается так медленно. И все в единый голос говорят, что вопрос упирается, даже несмотря на трудности со снабжением, даже несмотря на то, что есть Разорганизованность между в связях между полевыми командирами, разорганизованность между министерствами и ведомствами самой Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики основной вопрос это подготовка кадров. И вот этой теме, собственно говоря, сегодняшнюю программу мы и посвятим. Мы не будем сегодня принимать звонки телезрителей, мы это отложим уже на завтра. Сегодня такая установочная передача, мы сегодня выходим в первый раз после перерыва. И я хочу задать какую-то такую фундаментальную тему, которая может определить последующие выпуски. И эта тема, это прежде всего тема образования и подготовка кадров. Я общаюсь с педагогами и входящими в русскую информационную сеть, и просто по роду своей деятельности, я сам педагог, и э, очень многие люди задаются вопросом, каким образом изменить, дополнить, добавить каких-то штрихов в систему образования, чтобы... Например, у нас появлялось такое же количество управленцев, даже среди выпускников школ, среди выпускников вузов, которые бы могли, например, вот эти задачи, мы все с вами видим задачи, которые стоят перед Новороссией, перед Донецкой и Луганской Народной Республикой. Это творческая задача, это задача создания нового государства с нуля, это задача государственного общественного строительства. И получается, что люди, которые жили на Донбассе и живут, они к этой задаче оказались неподготовлены. Все управленцы, которые там жили, они были, собственно говоря, все регионалы, они встроены были в систему олигархического управления, все вот эти мэры, главы администрации, руководители предприятий. Это все была какая-то вот одна цепочка, которая вот разрушилась. Начали в муках строить новое, и получается так, что из-за общей неподготовленности кадров из-за неслаженных действий и военного блока, и административного, и происходит вот это провисание, которое на самом деле все сходятся в едином мнении, очень выгодно американцам и очень выгодно киевской хунте держать конфликт в замороженном состоянии, не давать ему разрешиться ни в ту, ни в другую сторону, а заморозить его на зиму, вяло текущим, не без прекращения обстрелов жилых кварталов, и в то же время разжечь полномасштабную гражданскую войну по весне. А сейчас отвлечемся от Донбасса, посмотрим, что произошло в Харькове буквально вчера и позавчера. Все вы видели в новостной ленте, что там повалили памятник Ленина, несмотря на общие протесты русского города Харькова, что на площадях Харькова снова был разгул фашистов, нацистов и людей в масках, которые избивали харьковчан. И даже э, произошло несколько убийств. Причем одно из убийств было ритуальное. Э, молодой человек в возрасте 25 лет был найден вчера, э, э, ну, он мертвый, был найден э, распятым на ограде православного храма. А вот это событие, оно указывает на то, что э, скрытое руководство... Киевской хунты, Киевской банды, которая, собственно говоря, не является ни Порошенко, ни Турчиновым, взяло стратегию на развязывание полномасштабной гражданской войны. Это можно сделать на двух различиях. Это прежде всего религиозная, то есть конфликт между русским православием и лати... латинянством, и можно сделать языковое различие. Это различие между украинским языком и русским то есть в принципе это весь этот конфликт достаточно самодельный достаточно рукотворный он а, т ⁇ создается на базе вот этих двух конфликтов и э, вот это ритуальное убийство вот это вот ритуальное повешение на ограде оно означает только то что когда в драке убивают э, внезапно, случайно, либо специально какого-то человека это одна история, но когда его демонстративно вешают на ограду, это другая история, она направлена на два момента: это первое запугать местное население и второе разжечь ненависть и разжечь ответный ход, в результате которого дальше уже без разбора начнут убивать либо украиноязычных, либо латинян, которые под флагом которых вот эти вот массовые буйства в городах и происходят. В Одессе второго Мая и вот сейчас вот в Харькове. Вот это конфликт, который образуется на Украине, который вяло текущий, который происходят отдельные моменты. Это вот закладка будущих событий, связанных с разжиганием полномасштабной гражданской войны, когда Каждый будет воев... Все будут воевать со всеми. Война будет происходить на всей территории Украины, на... в каждой области, в каждом городе. И вот эта катастрофа, которая на... будет наложена на экономическую катастрофу, которая безусловно произойдет зимой, она и, собственно говоря, приведет к тому коллапсу, из которого может возникнуть вот эта самая американская цель. Собственно говоря, полномасштабная европейская война с участием большого количества государств. Мировая ли, не мировая, это тут э, градация достаточно про... неявная, но тем не менее, если будет участвовать Польша, Украина, если им удастся втянуть Россию, Румынию э, и еще какие-то государства Венгрию, например, то это, собственно говоря, и есть цель Соединенных Штатов Америки, которую мы помним заключается в том, чтобы ослабить Европейский Союз перепочинить все ресурсы Европейского союза Соединенным Штатам Америки, разобраться с внутренним колоссальным долгом Америки и решить свою стратегическую задачу, которая, собственно, даже не в долге, а она в сохранении мирового лидерства и сохранении однополярного мира. По отношению к Российской Федерации и Китаю уже прозвучали даже угрозы со стороны Пентагона о том, что в случае, если Китай и Россия все-таки продавят многополярный мир, то Соединенные Штаты Америки оставляют за собой право применить вооруженные силы. Вот это вот такая общая картина, но вернемся к образованию. Вот этот вот вялотекущий конфликт, который создан рукотворно при помощи исполнителей в Украине, но при помощи Государственного департамента, спецслужб американских и американского посольства в Киеве, он нашим педагогам, крымским, которые вот обсуждают эту ситуацию, с которыми мы это все обсуждаем, он кажется вялотекущим по той простой причине, что с интеллектуальной точки зрения, с организационной и управленческой, вот та сторона, она действует эффективнее и грамотнее в несколько раз. То есть скорость принятия решения, скорость исполнения решений, скорость логистики, скорость расчета силы средств. И вообще эффективность всего управления вот этой американской и киевской хунтовской стороны, она на сегодняшний день выше. И нужно понимать, что дело-то не в кадрах, которые на земле местные, с той стороны либо с этой. Это значит, что здесь пришли специалисты, которые все из-за рубежа и которые, собственно говоря, управляют всеми этими процессами. Начиная от запуска баллистических ракет и заканчивая вот этими массовыми акциями, связанными с разрушением памятника Ленина, либо с убийствами мирных граждан в целях запугивания. И возникает вопрос, что мы сейчас можем противопоставить с точки зрения интеллектуальной и управленческой, с точки зрения кадровой, с тем, чтобы перехватить вот эту инициативу и сделать так, чтобы конфликт из вяло текущего перешел в быстро развивающийся, и чтобы мы достигли своих целей, которые, кстати, тоже надо бы озвучить. Возникает вопрос и у многих ополченцев, и у многих русских, которые живут в Крыму, которые перечисляют гуманитарную помощь, которые участвуют в качестве добровольцев, у многих русских из других регионов России, которые болеют за новую русь, у них возникает единственный вопрос. Мы поддерживаем вас, мы для вас стараемся, мы готовы оказывать материальную, гуманитарную, э, любую другую помощь, но возникает вопрос, что делается там, почему такое управленческое провисание, чем помочь э, с организационной точки зрения, и все сходятся в едином, что вопрос упирается в лидеров, в качество подготовки и в качество... Э, предыдущей карьеры. То есть очень многие вопросы, которые происходят в Новороссии, они связаны с тем, что люди никогда не управляли, люди никогда не вели никакие проекты в рамках проектного менеджмента, люди не умеют, например, писать письма, либо отвечать на письма из банальных мелких вещей. И получается, что вот эта государственная нарождающаяся машина не имеет элементарных навыков и знаний базовых, которые позволяли бы решать многие задачи на порядок эффективнее, и это все в конце концов бы привело к тому, чтобы было бы меньше жертв. То есть, если бы, например, уже с началом 1 октября вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик стояли по периметру областей и отодвинули артиллерию системы залпового огня на порядок дальше, чтобы не было возможным обстреливать хотя бы города миллионники, то это э, привело бы к тому, чтобы не погибло огромное количество мирных жителей. И опять мы с вами упираемся в вопрос образования, подготовки кадров и отлаживания государственного механизма. И вот здесь вот... По мнению многих педагогов крымских, мы, собственно говоря, не делали за эти дни несколько мозговых штурмов, все пришли к тому, что все равно надо начинать со школы. И, вы знаете, прозвучала очень парадоксальная, очень для меня неожиданная мысль. Я сам педагог, я закончил педагогический институт, но вот этот вот подход, к улучшению эффективности образования именно с точки подго зрения подготовки лидеров, с точки зрения подготовки правильных исполнителей, с точки зрения вообще настройки социального механизма, состоящего из разных людей, а в данном случае из детей, а, выглядит вот эта система из трех базовых пунктов, которые если сделать, то у нас система образования может резко измениться, и мы можем генерировать не только управленцев там среднего, низшего звена, мы можем генерировать совершенно другую элиту, которая будет переигрывать американцев вот так вот на раз. И я вам сейчас эти три пункта озвучу, они достаточно интересны, они совершенно не вписываются в то, что даже я думал, и может быть и вы думали, и если у вас будут вопросы, вы можете мне написать а, на e-mail нашей программы таран Production Собака Mail.ru, и мы этот диалог можем продолжить уже вне телевизионного эфира. Итак, как можно изменить систему образования для того, чтобы задачи, связанные с построением нового государственности, в данном случае Новороссия, могли решаться более эффективно, и люди, даже простые выпускники школ, простые выпускники вузов, могли в эту задачу войти как, вот, как с добрым утром, как вот само собой разумеющиеся. Этих пунктов три. Первый пункт, как ни странно, очень многие люди шокированы таким подходом, заключается в том, чтобы снова ввести раздельное образование мальчиков и девочек. А, вот как это вот парадоксально не звучит. А, дело в том, что... Для этого не нужно строить отдельные школы это вообще экономически неподъемная вещь. Но если в рамках одной школы, если скажем, существует в параллели два класса, то технически развести мальчиков и девочек не, так, не такая сложная задача. И вот в рамках одной школы, то есть и мальчики, и девочки встречаются в школе вместе, но занятие, система подготовки для мальчиков своя, для девочек своя. И вот если ввести в рамках единой школы раздельные классы, то качество подготовки Качество а, социальной дисциплины, я не говорю муштры, а качество социальной дисциплины, качество настроенности, прежде всего, мальчиков и девочек возрастет в разы. И я хочу напомнить пример исторический. На самом деле такое раздельное образование в Российской империи было всегда, слово всегда, все буквы с большой. И только после 2020 э, -го года Луначарский отменил и сделал э, совместную систему образования. Но хочу напомнить вот этот важный документ. Э, мы на самом деле сейчас находимся в прифронтовой полосе, предвоенном каком-то э, состоянии. Но в 1943 году, когда был принят вот этот вот указ, мы были примерно в таком же состоянии, то есть было огромное количество мальчиков, воспитанных совместно с девочками, которые были недостаточно мужественны и которые показали в первые годы войны, вы все помните, что происходило в первые дни войны, в 1941 и в 1942 году. Так вот, 16 июля 1943 года. А было издано постановление Совета народных комиссаров. Это, считайте, что самое высшее руководство. Не Министерством образования, а самым высшим органом а, государственного управления было принято постановление о введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 43-м в 1944 учебном году, а, в неполных средних и средних школах, областных краевых городов, столичных центров, союзных и автономных республик и крупных промышленных городах. И это постановление а, устанавливало вот этот новый порядок, это возвращение к старым российско-имперским подходам к народному образованию. Но в преамбуле было написано... Черным по белому основные причины, почему принято такое решение, учитывая, что совместное обучение мальчиков и девочек в средней школе создает некоторые затруднения в учебно-воспитательной работе с учащимися, что при совместном обучении не могут быть должным образом приняты во внимание особенности физического развития мальчиков и девочек, подготовки тех и других к труду, практической деятельности, военному делу и не обеспечивается требуемая. Дисциплина учащихся Совет народных комиссаров СССР постановляет. На самом деле основания и многие педагоги и многие родители со мной, скорее всего, согласятся. Основания для таких решений есть. Дело в том, что одногодки мальчики и девочки развиваются с разной скоростью. Девочки всегда впереди, они всегда опережают. Это накладывает на сверстников, которые целыми днями находятся вместе. Некий отпечаток связанный с тем, что мамы воспитывают, учителя воспитывают, да еще и одногодки доминируют. Мальчики, как правило, все инфантильные, нерешительные, не лидеры и достаточно безответственны кроме отпетых хулиганов, которых вообще ничем не нагнуть невозможно. И это накладывает определенный отпечаток и на будущих военнослужащих, на будущих отцов, на будущие семьи и на будущее воспроизводство населения. Это очень достаточно весомый аргумент, если смотреть на ситуацию с точки зрения демографии. А кроме того, там возникает ряд методических особенностей, связанный непосредственно с физиологией мальчиковой. Девочек очень многие вещи в этих классах проговаривать просто неэтично. Если развести девочек и мальчиков по разным а, классам, то эта задача решается. Кроме вот этого пункта, второй пункт ⁇ это частое изменение динамических поз. То есть первый пункт изменения народного образования – это раздельное воспитание. Учителя предлагают часто изменения динамических пост. Дело в том, что дети, они-то подвижные. Я разговаривал недавно с одной мамой, она говорит, моего мальчика, первый класс пошел, э, третирует за то, что все дети сидят, что-то пишут, исполняют, а он не может усидеть. Он садится на окно и там начинает исполнять и сидит в какой необычной позе. И учителя начинают говорить, что это неправильно и так далее, и так далее. Дети, они подвижны, и когда они садятся, сразу же выключается 30% творческого начала. И вообще сообразительности мыслительности. Дети из школы выходят такими вялыми и равнодушными ко всему, потому что они 10 лет сидят. Если вспомнить Российскую империю систему образования в России, то Люди стояли и работали за такими вот а, тумбами достаточно высокого роста. Это все было стоя. Пушкин все свои романы написал стоя. Учился он в царском в сельском лицее стоя. Это совсем другой подход, другая физиология. Но самое интересное это третий пункт, который гласит следующее. Это разновозрастная система воспитания лидеров. То есть, когда у нас есть система классов, где одногодки, то некоторые производственные задачи, некоторые предметы нужно преподавать не с одногодками, а так, чтобы в группу формировалась а, выпускник предыдущий класс и так до самого-самого первого класса, чтобы была разновозрастная группа. И эти дети получают задания и на практике отрабатывают некоторые вещи. Совершенно другая психология, совершенно другая дедовщина. Потом в армии совершенно другой взгляд Младших к старшим и ответственность, лидерство это прежде всего ответственность а старших по отношению к младшим. Всего лишь три вещи, которые подразумевают то, что даже не меняя качественный состав педагогический, который уже существует, можно кардинально изменить систему образования и сделать кадровый состав таким, что хоть в каждый год создавать Новороссию, в Египте, я не знаю, в Азии, в Африке, везде создавать, я имею в виду, справедливое государство для этого нужны творчески подготовленные кадры. И это нужно начинать делать со школы. А финал нашей программы, которая сегодня такая установочная и в основном посвящена образованию, я хочу посвятить... А... А... Молодой э, девушке, э, выпускнице средней школы из Севастополя Анастасия Долик, с которой мы вот во время нашего перерыва записали небольшое видеообращение. Дело в том, что наш канал он, э, целевая аудитория это люди, которым всем за 40, мне за 40, мои зрители, в основном, которыми мы, мы обсуждаем, это люди достаточно. Ну, зрелые. И получается так, что молодежь нас не слышит, просто потому что старики о чем-то своем толкуют, а молодежь ни о чем таком не говорит. И возникла идея у нас на канале привлечь новых спикеров, новых ведущих, которые бы вели программы аналогичной той же информационной войне, либо другие, которые мы сейчас разрабатываем. И вот такой конкурс на ведущих, на видеоблогеров я и предложил а, огласить. И Анастасия Доля высказалась первой, и мы с ней записали первое обращение, которое достаточно интересно. С этой точки зрения я хочу вам его предложить вашему вниманию. Всем нам нравится смотреть телевизор, но на голубом экране мы не видим ведущих лет так 20. Все ведущие возраст 30-35 лет, и это выглядит так, что нам, молодежи, нечего сказать. Но ведь это не так. Нас волнуют те же самые проблемы, и даже больше нам хочется говорить о нашем городе, о нашей стране и о человеческих проблемах. Я живу в Севастополе. Это город русской славы, который всегда был особенным, как и в Крыму, так и в России. Многие говорят, что Севастополь ⁇ это столица русских. И многим людям известны слова Павла Степановича Нахимова ⁇ Жизнь каждого из нас принадлежит Отечеству ⁇ Я его понимаю так, что лист своей судьбы я напишу сама. А будет ли он в книге по истории о Севастополе, это уже зависит конкретно от меня. У нас в городе очень много значимых мест. Одно из них это 35-я батарея. Это музей герической славы, который строился буквально из руин. И хочется сказать спасибо его создателям. Когда выходишь после экскурсии, слезы на глазах и ты становишься совсем другим человеком, ты начинаешь понимать, зачем ты живешь, зачем воевали твои предки. Все знают о Севастополе, как о городе русской славы. Теперь мы знаем русскую весну, как мы обратно вернулись в Россию и. Всем, естественно, известны и у всех на слуху оборона Севастополя 53-54, 2 Вторая мировая, 42-43, но немногие знают о наших людях, о наших севастопольских людях, которые всегда были особенными. Я смотрю телевизор, сижу в социальных сетях, просто лажу по интернету и обнаруживаю, что спикеров моего возраста практически нету. Это такое ощущение создается, что нам нечего сказать, а нам есть что сказать. Я буду говорить о нашей жизни, о нашем Севастополе и о нашей России. Меня зовут Доля Анастасия, мне 17 лет, и мне приходится стать видеоблогером, потому что вы не знаете, о чем думает мое поколение. До конца программы остались буквально считанные секунды. Хочу сказать важный тезис, финальный, которым хочу закончить. Основная проблема воспитания лидеров, причем и взрослых, которым за 30, заключается в том, что все вольнонаемные, все ищут плечо и грант и кто профинансирует, и никто не поднимается над ситуацией для того, чтобы возглавить процесс, найти ресурсы и построить то, что называется артель. В эфире была информационная война. До новых встреч, до завтра, завтра продолжим.